ковер стелется по лицу земли. Изо дня в день он меняет свой узор, расширяя свои границы. Кажется, нет предела богатству и разнообразию растительного мира на земле. Повсюду нас окружают растения. Они растут в любых климатических условиях и географических зонах Земли, безмолвно обновляя лицо нашей планеты. При всей их многочисленности и огромном влиянии на жизнь Земли, или любуясь картиной весенних лугов, или глядя на убегающие в небо верхушки хвойных гигантов, задумались ли вы хотя бы на них, над тем бесконечным множеством малых чудес, благодаря которым существует растительный мир? В последующие минуты мы побываем в знакомых нам местах, в экзотических, чтобы проникнуть в тайну выживания и размножения почти 80% всего растительного мира. Мы вам расскажем о путешествии семени, несущего жизнь в земле. Вот в этот момент во многих местах земли идут приготовления семян к пути. Каждая из многих частиц на пылинке этого мака служит вроде паспорта для начала путешествия. Пыльца — это катализатор в чуде образования семени. Когда пчела собирает и переносит пыльцу в центральную часть цветка, тогда начинаются мало кем наблюдаемые таинственные процессы. Через окошко микроскопа и с помощью ускоренной киносъемки давайте-ка поближе поглядим на зернышко пыльцы. Пыльцевое зерно, которое содержит в себе половину генетического плана для вполне развитого растения, прорастает и пускает нитеподобную трубочку внутрь цветка, проникая в завязь мака. Здесь, внутри закрытой камеры, сотни яйцеклеток ожидают одного из самых торжественных моментов творения. Снова через окошко микроскопа видим процесс соединения пыльцевого зерна с яйцеклеткой. Руководствуясь необъяснимым чувством направления, удлиняющаяся трубочка пыльцы устремляется к неоплодотворенной клетке и вспыхивает искра жизни. И когда цвет увядает, тогда начинает созревать завязь и ее содержимое. И только оставшаяся плодоножка безмолвно свидетельствует о том, что образование семени закончено. Более 100 000 различных видов растений, созревшие шишка, фрукт, стручок, могут провозглашать подобное чудотворение. И в положенное время они преподнесут миру живую сокровищницу семян. Это пакетики жизни. Каждый из них содержит зародыш живого растения и залог нового поколения. Но чтобы успешно разрешиться от своего огромного потенциала, им необходимо оказаться благоприятной для прорастания среде. Итак, все готово для выхода семени в мир. Путешествие семени в почву следует считать фундаментальной основой жизни на Земле. И часто этому способствуют руки человека. Движимый нуждой в пище, одежде и крови, человек сеял семя, выращивая обильные урожаи всюду, где цивилизация пускала свои корни. С
Совсем другая история происходит там, где нет машин и других человеческих орудий производства. Именно здесь, среди нетронутого человеком мира семеносных растений, путешествие жизни принимает естественные и дивные измерения. Простой акт рассеяния семян в природе может нам открыть гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. Семена сконструированы так, чтобы они могли переносить жизнь, и в такой предусмотрительности творческая сила Божья проявлена исключительным образом. Чтобы увидеть это, человеку нужно лишь взглянуть на траву, растущую под ногами. На поле дикого овца предусмотрительность для путешествия удивительна и замечательно эффективна. Сосредоточьте ваше внимание на этих тоненьких нитях, отходящих от кончика каждого семени. Их называют остями. Каждый из них – это механизм, чрезвычайно чувствительный к изменению влажности воздуха. Посмотрим, какое влияние оказывает на них изменение цикла влажности. Повышение влажности воздуха вызывает свертывание остей в тугой клубочек. Когда степень влажности падает, они снова выпрямляются. После нескольких дней повторяющихся скручиваний и выпрямлений ось и семя отпадает от стебля. Оказавшись на земле, ось продолжает реагировать на изменения погоды. Так начинается удивительное путешествие. Ускоренная съемка дает нам возможность наблюдать то, что в действительности происходит. Скручивающиеся ости не только растаскивают семена по земле, но и способствуют их заглублению в почву. Путешествие жизни продолжается с каждым прыжком. На участке дикого щавеля предусмотрительность для путешествий семени выявлено иначе, однако не менее изобретательно. Длиною всего в 2 сантиметра эта узенькая капсула может быть обитательницей вашего двора. Это плод, образовавшийся из цветка щавеля, настоящий склад более 2 десятков семян. Теперь обратите внимание на внешнюю оболочку, окружающую каждое семя, пока ускоренная съемка улавливает суть этих живых машин. По мере созревания семян их внешняя оболочка высыхает и сжимается. В то же время внутренний слой оболочки впитывает воду, увеличивая вдвое свой размер. Под воздействием сильного внутреннего давления внешняя оболочка разрывается, и семена выбрасываются со скоростью 50 км в час. Жизнь буквально выстреливается в мир. У ракитника, растущего в Западной Европе и по всему Тихоокеанскому побережью Северной Америки, механизм разбрасывания семян еще более динамичен. Когда желтые цветы ракитника увядают, стручки постепенно приготовляются к отдаче своих семян. В течение всего лета стручки ракитника подвергаются высыханию на солнце. Проходят недели, стручки высыхают, растет внутреннее давление.
Это прелюдия к одной из самых бурных увертюр в природе. Стручки лопаются с такой силой, что семена выбрасываются на расстояние более 15 метров. Когда происходит столкновение животных и растительных миров, тогда появляется больше возможностей для путешествия жизни. Дети гонятся за собакой по склону холма, поросшему лесохвостом. С каждым шагом и спотыканием цепкие семена лесохвоста цепляются на них и разносятся. Карасель идет вдоль берега реки. Для сотен семян, укрывшихся в иле, большие лапы птицы служат удобным средством переноски. Цепкие семена репейника ожидают проходящего мимо скота. Зацепившись своими крючками за шерсть животных, они, так сказать, зайцем передвигаются на новое место, иногда за несколько километров от дома. Возможности для путешествий бесконечны, и каждая из них нечто большее, чем случайность или стечение обстоятельств. Семя создано, чтобы быть рассеянным с помощью собаки, коровы или голодной птицы на ветке репейника. Путешествие жизни и сложный Божий план продолжают осуществляться. Пожалуй, нигде на Земле взаимосвязи растительного и животного миров не проявляются так наглядно, как в амазонских джунглях Бразилии. Здесь под покровом деревьев птицы, млекопитающие, рыбы сообща разносят семена на территории, равной 4 миллионам квадратным километрам, с густой растительностью и водными путями. Большинство семян успешно распространяется двумя методами. Благодаря яркой окраске плодов и сопротивлению пищеварению в желудках птиц и млекопитающих. Привлекательные на вид плоды часто заглатываются целиком и совершают путешествие в желудке птицы, а потом выбрасываются вместе с птичьим пометом по всей территории. Деревья обильно плодоносят, но в водах, омывающих их стволы, пищи мало. Пиранья притаилась в засаде. Этот известный мясоед поглощает также массу фруктов. И с небольшой помощью паукообразной обезьяны запас пищи пополняется. Позже, как и птицы, пиранья совершит путь сотни километров, выбрасывая по пути непереваренные в желудке семена растений. Ежедневно, посредством простых взаимосвязей между двумя мирами, жизнь движется, расширяется по самым сложным джунглям на Земле. Но есть более прямые пути перенесения семян в почву. Thank you.
Колонии муравьев, сикачей или жнецов могут находить, срезать, переносить более 7000 семян в день. Но не все они попадают в гнездо. Мельчайшие крупинки, брошенные в огромный и опасный мир. Из миллионов семян, рассеваемых каждую минуту, только немногим удастся выжить и передать сокрытую в них жизнь. Некий парадокс доминирует в этой борьбе на выживание. Потенциальные силы природы могут уничтожить семя, и все же эти разрушающие силы могут играть решающую роль в сохранении чуда продолжения жизни. Эта продолжающаяся драма борьбы за выживание видна в жизни кокосового ореха. Этот удивительный сосуд, весящий почти 10 килограмм, устроен так, что может выдержать плавание в открытом море на 1000 километров. Одно из самых крупных семян в мире. Кокосовый орех хорошо приспособлен к трудностям морских путешествий. Секрет выживания кокосового ореха кроется в его наполненной воздухом внешней скорлупе. Само по себе съедобное семечко пропиталось бы водой и затонуло через несколько дней, но помещенное в плавучую волокнистую посудину, оно может оставаться на воде больше года со своим зародышем, защищенным от смертоносной воды. Условия суровы, и все же кокосовый орех не только устроен так, чтобы выдержать силу океанских волн и течений, но в конце концов и зависеть от них в деле доставления жизни на далекий берег. Этот росток странствует вдоль побережья трех континентов, двигая день и ночь с тихой, твердой решительностью. Пробуя найти место, где бы закрепиться, он способен переплывать даже океаны. Проникнем в мир этого таинственного судна. Тут есть много чему поучиться от его путешествия жизни. Обрамляя побережье от Западной Африки до Южной Америки, стоят колонии одного из самых необычайных деревьев в природе – мангров. Ботаники они известны как галофиты или растения, любящие соленую воду. Это редкое качество важно не только для дерева, но также для множества дичи, находящей себе убежище в их ветвях и корнях.
Процветая там, где мало какое растение может выжить, мангровое дерево стало основанием удивительной экологической системы. Но может быть еще удивительнее, чем поддерживание жизни животных, это обеспечение своего собственного существования. Этот, подобный копью росток, хранит в себе тайну будущего мангрового дерева и секрет его прошлого. Достигая длины от 15 до 30 сантиметров, он прорастает и растет из семени малюсенького жесткого плода, будучи все еще прикрепленным к дереву. Оторвавшись, он имеет больше шансов на укоренение в зыбкой почве, омываемой приливами, чем семя. Но если отростку не удастся закрепиться под деревом, тогда для него начинается действительное путешествие. Как и кокос, отростки мангрового дерева подготовлены к трудностям долгого пути. Молодые растения хранят жизнеспособность дольше года. А когда попадают в экваториальные течения, то бывает, что пересекают Атлантический океан. Постепенно основание ростка впитывает воду, но росток только принимает вертикальное положение и плывет дальше. После месяцев плавания появляется начало корневой системы, и в конце концов отважный росток причаливает к мелкой песчаной косе. Молодое дерево созревает быстро, и пока пускает корни, достаточно ила и наносных пород набирается для образования почвы. И с течением лет мангровое дерево и созданная им земля продвигается все дальше и дальше в море. Спутники ветра, освобожденные семена молочая, готовы начать свое путешествие жизни. Путей все больше, а Божья забота все разнообразнее. Держась в воздухе на сотнях тоненьких волосках, семя молочая – только один из путешественников, носимых ветрами в поисках места для прорастания. Подготовка к полету семян одуванчика занимает лишь несколько дней. Вид пушистой головки одуванчика. В окружении леса из зонтиков и семенных стручков опасности выживания кажутся далекими и неважными. Но снаружи этой сложной сферы открывается совсем иной мир,
Мир полной растительности и напряженной конкуренции за подходящее для роста место. Здесь успех рассеяния семени часто измеряется расстоянием, на которое оно может удалиться от родного растения. Дождливым утром влажный, тяжелый воздух делает далекие полеты почти невозможными. Зонтики одуванчика реагируют на атмосферные условия. Каждый снабжен реактором влажности. Это еще один сложный механизм, чуткий к влажности. Закрытие зонтиков снижает шанс возможности короткого, безуспешного взлета до минимума. Но позже, когда условия полета улучшаются, происходит совершенно другая реакция. Сотни легкокрылых зонтиков готовы взлететь от легчайшего дуновения ветра. Есть скрытая красота в союзе ветра и рождающего семя растения. Красота, затмеваемая грандиозностью природы, которая, когда обнаруживается, открывает двери в галерею дел Божьих рук. Эта бугенвилья создана с гроздями трепетных красных крылышек. Они понесут ее семена в дорогу по воздуху и земле. Растение, названное уместно бумажным мешком, имеет тоненькие мешочки для хранения и распространения своих семян. Гонимый свободно по открытому полю и передвижение с помощью ветра стали синонимичными. Этот знакомый символ беспредельной границы оставил свой след на каждом континенте, и рассказы о его рассеянии легендарны. Менее 100 лет назад перекати-поле не было в Северной Америке. И вот весною 1886 года группа русских иммигрантов высадилась в порту Нью-Йорка. Плодородные земли и льготные условия для приобретения их стали причиной поселения русских крестьян в степях Южной Дакоты. Они привезли с собой с родины семена льна. Его посев вскоре изменил лицо континента. Ко времени жатвы другой иммигрант назвал Америку своей. В мешках вместе с семенами льна оказались семена другого растения. Случайно были посеяны и семена перекати-поля. Остальное уже история. После случайного начала в Южной Дакоте растение быстро распространилось по западным штатам Америки и Канаде. Круглые и легковесные шары перекати-поля содержат более 250 000 семян. А единственный корень, закрепленный в почве, будет гнить и слабеть, пока в нужный момент громадный груз созреет и будет готов к путешествию. Thank you.
Успех или неудача в путешествии в жизни может часто зависеть от двух факторов. Способности семян передвигаться свободно и их способности переносить опасности на пути. Для крылатого семени одного вида сосны способность выживания объясняется только Божьей заботой и его предусмотрительностью. Его история начинается в лесу штата Орегона скромным, но необычайным творением. Этот вид сосны производит, как известно, самые твердые и наиболее защищенные шишки. Растущие гроздями вокруг веток или прямо на стволе, эти забавные формы сосуды обладают качеством, какое мало кто имеет. Шишки отказываются открываться и выпускать семена, и с года в год остаются закрытыми, как неприступные крепости. Достаточно крепкие, чтобы выдержать удар молотка и зубы лесных, жадных на семена грызунов. Даже время и погода не делают вреда, и шишка, как в тисках, держит семена иногда десятилетиями. Только одна стихийная сила может разжать их мертвую хватку. Жаркое пламя лесного пожара вызывает ряд удивительных событий, и шишки начинают трескаться. Открываясь только частично и выпуская газообразный пар, который защищает большинство семян от убийственного пламени в сантиметре от них. Только после пожара обугленные шишки откроются вполне. И чудо возрождения леса совершится своим чередом. Кроется сила для восстановления сгоревшего леса. Они несут жизнь на пустынный берег. Ежедневно они обновляют, обогащают и поддерживают жизнь планеты, обеспечивая выживание большинства растений. В семена Бог закладывает в полной мере свою творческую силу и затем пускает их на свободу, в путь, чтобы нести жизнь в земле. Итак, мы обращались к природе и смотрели, как мириады семян рассыпались по всему миру. Каждое семя выходит с одной целью – достигнуть подходящую для роста среду. Место, которое примет и вскормит находящуюся в нем жизнь. Но эта повесть не заканчивается на берегу озера или на склоне холма, потому что есть другое семя, совершающее другое путешествие, обладает силой преображать не гектары земли, но сердца людей. Это семя – Слово Божье.
и ежедневно, посредством Библии, хранимая в нем вечная жизнь, распространяется по всему миру. Каждому человеку, мужчине, женщине или ребенку, Слово Божие несет скрытую силу обновления, обогащает и сохраняет бесплодную и пустую жизнь, всякую жизнь. Сейчас, где бы вы ни были, кто бы вы ни были, Слово Божие к вам идет с силою, чтобы изменить всецело направление вашего существования. И как семя цветка, стебелек травы, оно процветет там, где его истина будет принята и вскормлена. Теперь дело стоит только за вашим отзывом. Если вы искренне желаете познать Бога, испытать все то, что Он предлагает, даром для всех нас, тогда откройте свое сердце Его Слову, и это позволит вселить в вас вечную жизнь.